Доброе утро. Еду на работу. Вчера поснимал вам особнячок. И то быстро-быстро-быстро. Не было цели снимать, а просто показать, сколько там можно на убыстренном, на таком, на рапиде смотреть. 1700 квадратов, 5 спален, где-то 8 лишних помещений, 3 уровня. Виды красивые, заливчик, вернее, не залив, а лагуна рядом. Ну, все хорошо. Вот, просто посмотрите, сколько, как можно, вернее, что здесь сдается за 7 миллионов рублей в год. Это без мебели и без всех платежей. Блин, не могу проснуться. По мере наступления тепла просыпаюсь сложнее. Вот, иногда как живчик. Тут 2 дня просто как зомби. Не знаю, то ли не высыпаюсь, то ли пересыпаю. Не знаю, знаете, там. С вами я пересплю, а с вами я не досплю. Вот, ладненько, сижу за водителем, потому что с той стороны уже жарко сидеть. Вот, постепенно. Кстати говоря, приближаются религиозные праздники. Рамадан. С конца марта по конец апреля. У нас, наверное, будет, как положено, короткий рабочий день. Ну, не сильно короткий, но, по-моему, на 2 часа меньше. Поэтому, может, времени больше будет для чего-нибудь другого. Мне предстоит сдавать экзамен на брокера. Вот, поэтому каждый вечер я что-то смотрю, читаю и так далее. Мозг кипит. Порою... Я так давно так не учился. Ну, посмотрим. Ну, и главное, основное, что... Есть такое непонимание, а как же все это будет? Вот. Ладненько. Смотрите, выходные приближаются, завтра уже суббота, поэтому посмотрим, что я сделаю, куда я схожу, куда мы с вами сходим. Вот. Хорошего просмотра. Доброе утро. У нас тепло, хорошо. Надеюсь, у вас тоже где-нибудь тепло, хорошо. Ну, в любом случае, весна приближается, будет все хорошо. Из планов на сегодня, если интересно, поеду смотреть виллу для клиента, соответственно, без клиента нужно сделать видео, посмотреть 1-2 виллы. Кстати говоря, с виллами большие напряги, они все сняты, особенно те, которые с мебелью, потому что большинство всего, что сдается, без мебели. Ну, соответственно, понимаете, и экспату здесь закупить мебель проблематично, поэтому с мебели уходят быстро, без мебели чуть дольше, но, правда, и этого сейчас на рынке нет, потому что с этим клиентом мы достаточно давно ищем виллу, благо что время немного есть еще. Вот, посмотрим виллу, расскажу, сколько стоит, сколько метров. Ну и так далее. Вот. Чуть позже выйду на связь. Это входная зона. Второй свет. Первая гостиная, которая выходит во внутренний двор. С правой стороны в основном технические помещения. Во-первых, лифт. Это кабинет. Это гостевой санузел. Это лестница на 2-3 этаж, выход из паркинга и выход на улицу. Вход на территорию и гараж. Так, это кухня. С обратной стороны у нее еще дополнительный санузел гостевой. Здесь можно выйти на территорию. Помимо этой кухни есть дополнительный прямой проход от горничной. То есть есть одна кухня, sorry guys,
вторая кухня, и здесь помещение для кладовой. И здесь еще дополнительно две спальни. Небольшая гостевая спальня с гардеробной и санузлом. Это кабинет или игровая. Подъем на второй этаж. И еще одна спальня. Лестница на второй этаж. Подняться можно пешком, подняться можно на лифте. И есть еще одна лестница для обслуживания в этой части. Гостевая спальня, гардеробная, санузел. Дальше мы идем по второму этажу. Небольшой сторидж, еще сторидж. Это может быть комната для детских игр или для занятий. Еще одна спальня. Сторидж. И санузел. До центра здесь порядка 15 минут. Здесь можно перейти из одной части виллы в другую. Это комната телевидения, для телевидения. Это еще одна из спален. Санузел. Шкафы. Так, дальше. Это технический выход для того, чтобы можно было спуститься в зону кухни и подсобных помещений и гаража. Дальше. Еще одна спальня. Четвертая. Со своим санузлом. И это основная спальня. Основная спальня выходит во двор. Здесь пока идет косметика. Гардеробная. И санузел. Обратная сторона дома. Здесь можно выйти на детскую площадку. Сразу обращаю внимание, что здесь шум есть, потому что всегда что-то здесь строят. И мы отделены от залива стройками. Здесь все вот это уже в процессе отделки скоро будет. Ну, то есть стены здесь шума не будет, но наличие рабочих всегда будет. Минус первый этаж. Лифт. Помещение, которое может использоваться как домашний кинотеатр. Еще одно помещение, это может быть и джим, и... Just a second, yeah. Just a second. Окей, это санузел, и это парковка. Ну, говорят, что вмещает 6 машин, и вот заезд. Еще одно помещение. Так, здесь там свет. Очередной санузел и стимрум. Это комната для водителя. Помещение для персонала здесь также находится. И это на минус первом этаже постирочная. Это вторая вилла, она находится на острове, отделена лагуной. Здесь поменьше строек. Выглядит она аналогично. Территория, как всегда, здесь обязательно площадочка под ремонт будет. Это общественная территория. Территорию на... прилегающую территорию всегда травку свежую стелят. Вот она, лагуна. Мы только что были с противоположной стороны, вот за этим домом. Где-то здесь. Вот, полагаю, нам.
предыдущей вилле были сняты все вот эти доски. Вот так оно выглядит, когда это все вернется. И это пляж. Может, не самое популярное место, но, по крайней мере, он есть. Это вилла с обратной стороны. Вот выход сюда на территорию. Прогулочная зона.